Всех приветствую. Продолжаем рассматривать фотографии актрисы, знакомиться с их автобиографией. Вильгельмина Мини Дороти Пеппер, профессионально известная как Джейн Оукин, была американской театральной актрисой. Я цитирую Википедию. Дороти Пеппер родилась в Сент-Луисе, штат Миссури, 17 июня 1878 года. Я готов утверждать самым позитивным образом и по личному наблюдению, что большой банковский счет имеет огромное значение для продвижения девушки по драматической карьере, писала она о своем богатом происхождении, добавив, что полный сундук импортной одежды даст богатой девушке возможность появиться в одной из тех желанных ролей, которые требуют не больше таланта, чем серия красивых платьев. Оукер начала выступать на сцене в 1900 году в роли Гермии «Сне в летнюю ночь». В 1903 году она возглавила акционерную компанию «Джейн Уокер». Выступления Уокер на Бродвее включали роли «В яме» 1904 года, «Столпах общества» 1904 года, «Серебряной девушки» 1907, «Любви среди львов» 1910, «Молнии» 1918, «Кузине Люси» 1915 года. На лондонской сцене ее видели «Человеки с маслом и яйцами» 1927 года. Она снялась в комедии Клайда Фитча «Девушки на гастроли» 1908 году. В 1907 году «Нью-Йорк Таймс» сообщил, что Уокер спасла 5-летнего ребенка на пути встречной машины на Бродвее. В 1924 она пострадала в качестве пассажира в автомобильной аварии в Сан-Франциско. Вышла замуж за актера Хейла Гамильтона в 1901 году. Они развелись в 1912, незадолго до того, как Гамильтон женился на другой актрисе Миртл Теннехилл. Уокер умерла в Сент-Луисе в 1960 году, была похоронена на городском кладбище. Вот такие небольшие данные из Википедии о театральной актрисе Джейн Уокер, Вильгельмина Мини Дороти Пеппер. Пока-пока, до свидания, смотрим фотографии.